Любителям скорости все нипочем. После смертельного ДТП в центре столицы уличные гонщики продолжают проводить опасные ралли на дорогах Кишинева. Патрульные решили устроить ловушки для тех, кто игнорирует других участников дорожного движения. По данным портала «Телеграф МД», сотрудники Национальной инспекции по общественной безопасности организовали акцию с участием агентов под прикрытием и автомобилей-ловушек. И им удалось поймать нарушителей прямо на месте преступления. После вчерашнего рейда четверо водителей остались без прав, их машины изъяты и доставлены на штрафплощадку полиции. А еще две другие машины лишились регистрационных номеров. По данным нацинспекции, 90% автомобилей, участвующих в нелегальных гонках, имеют именно иностранные номера. Большинство транспортных средств превысили 180-дневный срок нахождения на территории Молдовы, установленный законом. Отметим, что тема нелегальных гонок привлекла внимание премьер-министра Ионы Кику. Глава исполнительной власти призвал к ужесточению санкций в отношении гонщиков. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в Кишиневе произошла страшная авария. Водитель такси и его пассажир скончались после того, как в их машину на скорости 180 км в час врезался другой автомобиль. По некоторым данным, водитель иномарки участвовал в нелегальных гонках. Сейчас ему грозит до 10 лет тюрьмы. Он отказывается сотрудничать со следователями.